Слава тебе, Боже, да слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Февраль, 27-й. Преподобные Асклипий и Иаков, сирийские подвижники, жили в V веке. О них рассказывает блаженный Феодорит, епископ Кирский. Преподобный Асклипий проводил жизнь подвижническую и воздержанную в родном селении и не потерпел никакого вреда от постоянного общения со многими людьми. У него было много подражателей и последователей. Одним из них был блаженный Иаков, заключивший себя в небольшом домике близ селения Нимузы. До конца своей 90-летней жизни подвижник не выходил из затвора, давая ответы приходившим через небольшое отверстие, просверленное в стене наискось, так что никто не мог его видеть. Он никогда не употреблял огня и не возжигал светильника. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, и будете регулярно получать с нашего канала.